Ралли-марафон «Шелковый путь» завершен. Позади 5000 километров уникального маршрута, соединившего Россию, Монголию и Китай. В этом году в ралли впервые принимали участие мотоциклисты. В этой категории лучшим стал британец Сэм Сандерленд, который победил на марафонском этапе. Второй результат показал американец Эндрю Шорт, а на третьем месте Андриен Ван Беверен. В немногочисленном зачете квадроциклистов до последнего не прекращалась борьба за победу между польским гонщиком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым. Верх одержал опыт. Первое место занял Соник. В категории внедорожников главный приз достался Насеру Алятии. Катарец установил рекорд. Он приходил к финишу первым на каждом спецучастке. Ни одному гонщику ранее не удавалось победить с таким преимуществом. Вторым стал китаец Хан Вэй. На третьем месте француз Жером Пелеше. В классе Т3 лучшее время в общем зачете показал дуэт Сергея Корякина и Антона Власюка. Корякин всего пару лет назад пересел с квадроцикла на мини-багги и почти сразу добился очередного большого успеха. В категории гоночных грузовиков подиум снова окрасился в синий цвет. Лучшими стали экипажи команды «КамАЗ-Мастер». Победил Антон Шибалов, на втором месте Андрей Каргинов, на третьем Айрат Мардеев.